Привет, привет, мои дорогие ребята, даже уже губы. Нет сил красить губы. Пришла, попила кофейку, записала видео, кое-что тут мои планы. И сегодня я очень захотела голубцов ленивых. Но я знаете как? В общем, я все быстро нарубала, в цепторе вот сделала вот таких, да? Тут рис, капуста. Фарш, разумеется. Я что-то сейчас хотела просто вареной капусты. Вот она у меня. Вместе в 11. Она... Господи. Она, ну, она пропиталась всем. И знаете, так ничего получилось. Прям... Вкусно. Я теперь знаю, как делать. Вот этот перчик. Перчик туда кинула. Сольки. Я пожалела, что не целый вилок туда зафигачила. Естественно, все со сметаной. Вот такой мой ужин. Ну. И салат. Хлеб у меня тут здесь, ну, какой-то вот полезный, в общем, с отрубями типа. Что-то у меня нос не дышит. Все быстро. Все вкусно. И полезно. И сольки только вот нет. Маловато. Единственное, что... Я кошек убрала. Слушайте, ну прям... Цирек можно есть так. Попробовала, Наташа. Мало. Прям с удовольствием. Вот так вот вари просто капусту, и есть не будешь. По-моему, в моей комнате что-то сломалось. Не крохнулся бы шкаф. Все обещает потепление опять сегодня. Да нет, холодно. Когда будет тепло?
И голубь, все вкусное. Вообще, в общем, я рукодельница. Все, скинул сковородку. Думаю, что все равно, что я свет не включила. И знаете, что я хочу сказать? Что наша капуста обычная, ничем не хуже всякой брюссельской, заморской, и дешевле, и вкусно. Так что вот всех обняла. Пока-пока. Чмоки-чмоки вас, Наташа.